Доброго времени суток. Потихоньку продолжаю причесывать код своей программы, дописывать ее для управления Arduino. И вот, во-первых, смог сделать, чтобы заработал сенсор температурный труба Далласа. Нашел код, интегрировал всю программу, разобрался более-менее, как он работает. Во-вторых, подключил блок реле на 4 штуки и вывел на управление первого реле показания порогового датчика. Вот сейчас, когда фоторезистор освещен, на выходе высокий уровень, все реле выключены. Когда вот сейчас вот затеняю, логически единицу высокий уровень снимается и реле включает. Так, убиваю, реле выключает. Ну, это, например, можно сделать, что у вас там в вашей там какой-нибудь автоматической тепличке включается освещение, когда на улице темнеет, либо какая-нибудь там тучка сильно темно набежала. Либо, допустим, какой-то уличный фонарь, который автоматически включается при затемнении. Либо еще что-нибудь, что вам надо. Вот моя адская программа. Вот здесь вот подключена библиотека. DHT11 это датчики влажности, которые я вчера сжег. Ну, я не стал его комментировать, пусть будет. Вот тут подключена библиотека OnVirH. Это однопроводные шины, по которой подключены далласовские датчики. Вот библиотека Dallas Temperature, это которая вот эти самые датчики с ними работает, запрашивает. Вот тут вот подключен датчик, созданы всякие там служебные дела программистские, чтобы оно все работало. Тут вот конфигурация цифровых пинов и аналогов, которые я прямо задействую в своей программе. Пин светодиода указан, пин реле от фотодатчика, вот этот вот пин цифровой. Вот указано два входа аналоговых, один на датчик влажности грунта, второй на фотодатчик. Вот здесь вот созданы переменные влажности грунта, фотодатчик 1, фотодатчик 2, аналоговые, цифровые, чтобы их выводить в порт. Вот тут пины сконфигурированы уже, какие вход, какие выход. Вот здесь вот установлены в реле в положение выключены пины, потому что при загрузки, если это вот прямо не указывать, то цифровые пины на выход устанавливаются в высокое положение. Вот последовательный порт сконфигурирован на 9600 бот. Подключена библиотека датчиков DHT. Вот тут вот подключены датчики далласовские, температура. Вот дальше пошло основное тело программы. У меня тут закомментирована мигалка 13-м светодиодом. Вот тут тоже закомментирован бегущие типа переключения реле последовательно, чтобы они щелкали. По очереди включались, выключались. Ну, сейчас покажу вам. Раскомментирую. Мне недолго. То есть можно, чтобы какой-то код, который прямо сейчас не нужен, ну, может пригодиться, его можно вот так вот закомментировать, что не будет учитываться в программе, а будет просто как текстовый комментарий храниться. И когда программа компилируется для загрузки в Arduino, вот это вот закомментированное все не компилируется, а идут вот только то, что работает, программные строки.
Удобно. Это так просто тест релея я написал по-быстрому, чтобы проверить, все ли выходы на реле работают. О, кстати, сейчас он выводит вот так вот. Вон пишет ошибка датчика DHT11 сгоревшего, он выводит температуру. Потом вот его параметры, которых нет, потому что он сгоревший. Вон уровень влажности грунта выводит. Потом следующий выводит уровень освещенности, аналоговый и цифровой вон. Стерео 1. Так что датчик затемнен и значение вон упало. Сопротивление фоторезистора выросло. Вот убираем. Показывает, что типа освещенность есть, вот сопротивление упало. А вот сейчас я руку кладу на емкостной датчик влажности грунта, и он тоже вот меняет показания, что тут типа влажность возросла. Руку убираю. Вот сразу показывает другие показания. То, что емкость изменяется. Ну ладно, я сейчас скомпилирую свой пример с щелкающими релюшками и покажу. Ну, вот это сейчас типа идет тест реле. Такой вот. А это вот реле включил принудительно, вот затенив фотодатчик. Руку убрал, вот пускается. Вот такое вот видео. Такой вот деревенский киберпанк. Всем удачи, до новых встреч, товарищи.